Фиалонге. А ты? Ты Аджай. Это моя церковь особенная. С пушками? Конечно же. Кротки унаследуют землю, друг мой, но им нужны стволы. Откровение 5.5, скажем так, воодушевляет. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колен Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Спаситель! Наш спаситель вернулся к нам в облике льва, воина. И тогда я подумал, когда сын Бога возродится, какое оружие он выберет? Что? Христос вернется, чтобы снять 7 печатей и принести упокоение. Он вернется в образе льва, да? А льву нужны зубы. Что бы выбрал Иисус? Второзаконие, 32 стих 47. Ибо это не пустое для вас, но жизнь ваша. А может, притчи 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Не понимаю, что ты... Воин знает! Воин всегда знает! Ибо видели упокоение и выжили. С оружием творим дела праведные. Ибо каждая пуля — проповедь. Каждая пуля — наказ. За каждый рупор лжи и пайгономина, которую умолкнет, ты получишь награду. Дерзай, на все воля Божья. Вот, держи. Это за первый. Ванабур атакуют! Пришлите подкрепление! Сабал, в чем дело? Враг наступает! Лучше не лезьте так! И сказал он мне: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари! Твоя мать, а ты у нее на коленях, то были самые счастливые дни в ее и моей жизни. У нас были планы на будущее, не только наши, но и всего Кирата. Я скучаю по тем дням. Теперь поздно что-то менять. Хоть я и пытался. Эта земля в руинах. Я сваливаю. Не дай ей разрушить и тебя. И Швари огорчилась бы. Спасай, кого сможешь. Я рядом, скоро приведу подмогу. Помощь! На помощь! На помощь!
Подхожу к общине Пука. Там осталась Пхадра. Аджай, спаси ее! Она может подарить народу надежду. Сабал, она еще мала и напугана. Отведу ее домой. О людях подумаем позже, ладно? Спасибо. Не за что. Спасли Аджая себе на голову. Разозли Пола, и он вырежет деревню. Аджай ни при чем, это я. К тому же, нам не до того. Они взяли аванпост. И заложников тоже. Ладно. Сперва аванпост. Без него все пути отрезаны. Пошли. Посмотри только, что сотворил Фейган! Повстанцы должны убить Фейгана и всех его приспешников. Такое не прощаю! Только посмотрите! Злодейством Фейгана нет ни конца. Брат, надо поговорить. Сабал, в чем дело? Мне нужно в Панапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Но Амита... Да, аванпост важен. Но спасти заложников – это самое главное. Люди Кирата верят, что Золотой Путь защитит их. Мы не можем предать их веру. Спаси заложников, брат. Yeah.
будет хорошо. Все будет хорошо. Дерьмо, дерьмо! Эх, надо было дома сидеть. Прошу, возьми. Спасибо. Они в безопасности с тобой. Твой отец гордился бы тобой. Он создал Золотой Путь, чтобы помочь своему народу. Я приехал сюда не ради всего этого. Возьми. Ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Не трогай. Это непросто. Но помоги Золотому Пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Мы найдем ее вместе. Спасибо. Аджай, это Амида. Я знаю, что Сабал подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Помогите! Ничего. Помогите! Ты новичок, а Сабал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Но смотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку – самоубийство. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь, Амида. Аджай, не... Сначала заложники, теперь аванпост. Ты редко меня слушаешь, Аджай, но должна признать,
Сегодня ты молодец. Спасибо. Я сделал то, что счел нужным. Мама была бы рада. Я знаю, тебе нужна Лакшмана. Но это не так просто. Мы потеряли север много лет назад, и теперь бьемся за юг. Я обещал маме, что развею прах там. Она так хотела. Подумай, Аджай. Твоя мать прекрасно знала, что случится, когда ты приедешь сюда. Сын Махана Гейла вернулся на родину, истерзанную войной. Ишвари была умной женщиной. То, что ты здесь и помогаешь нам, не случайность. Оставайся с нами. Вступай в Золотой Путь и обещаю, ты выполнишь последнее желание матери. Будь то развеять ее прах в Лакшмане, или достичь чего-то большего. То есть Золотой Путь – дело моих родителей? Верно. Они хотели освободить Кират от Пейгана. Помоги же нам закончить то, что некогда начали они. Просто подумай, Аджай. Ну, мам, похоже, я останусь.